Добрый день, дорогие друзья. Тех-центр «Автопилот» приветствует вас. У нас сегодня Kia Ceed 2007 года выпуска с бензиновым двигателем 1,6 литра. Автоматическая коробка передач, пробег на автомобиле 175 тысяч километров. Клиент обратился к нам в технический центр для компьютерной диагностики двигателя. Автомобиль подтраивает и перестал тянуть. Мы выполнили диагностику, определили, что неисправна система зажигания. Нам пришлось отдиагностировать всю систему, определили, что не работает катушка нашим газоразрядником, требует замены. Ну и также при осмотре свечей зажигания выявили, что тоже свечи имеют темно-коричневый, практически черный цвет. То есть можно сказать, что они не работают. Но это неисправность. Очень часто попадается на автомобилях, поэтому я рекомендую менять вовремя свечи на прохождение ТО, чтобы не было потом проблем в дальнейшем по системе зажигания. Ну а также сейчас промываем инжектор на автомобиле, делаем полную всю профилактику системы зажигания, и на этом ремонт будет наш завершен. Время мы потратим 3,5 часа, и сумма работ составит 4200 рублей. Мы несем полную материальную ответственность за все свои рекомендации и произведенные нами работы. Если у вас возникают какие-нибудь вопросы по ремонту и обслуживанию автомобиля, звоните. Мы всегда на связи, готовы вам помочь. Гарантия на наши работы 24 месяца. Спасибо за внимание. Удачи на дороге.